Каждый день — это возможность каждому из нас встретиться с тем, что мы знаем, и с тем, что мы не ведаем. В этом и есть развитие жизни. Оно неизвестное, потому что если бы все было, мы бы знали, зачем, для чего бы это все было. Идет ежедневное развитие, и абсолютно нормально для каждого человека, любой культуры, какие-то вещи знать, каким-то вещам открываться и быть открытым. А вот насколько каждый из нас открыт для этой ежедневной жизни, насколько мы можем чувствовать все, и радость, и грусть, и счастье, и разочарование. Все в жизни включено. Мы можем говорить на языке музыки и не говорить даже на одном человеческом языке и чувствовать так много всего. Я благодарю каждого, кто собрался сегодня, всех, кто делал нам свет и звук, и встретил нас здесь, и организовал все это. Я благодарю каждого, потому что я понимаю, что этот вечер в своей уникальности, даже если мы что-то и знаем, он неповторим именно тем, что мы его создали вместе. Как этот вечер, так и каждый день. Благодарение всему, благодарение матери, благодарение.